Здравствуйте, я Лямина Мария. Я хочу поучаствовать в конкурсе «Дети читают стихи». В номинации «Я пишу стихи». Мой стих называется «Где же папа?». Здравствуй, мама, где же папа? Не вернулся он с войны. Он дошел до Сталинграда и погиб под пулями. Он за родину боролся, он нас всех спасти хотел, но был ранен смертельно, прямо в сердце и погиб. Твой отец — герой войны, жаль, его уж не спасли. Здравствуй, мама, где же папа? Не вернулся он с войны. Так бывало, что и папы не вернулись с той поры.